Сегодня состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции в Чувашии. Каждая такая встреча – это цифры и факты, разбор причин и принятие решений. Наиболее коррупционно уязвимая сфера сегодня – закупки. Действующий федеральный закон, к сожалению, оставил немало лазеек для недобросовестных участников всевозможных торгов и аукционов. Он явно нуждается в доработке. Глава региона уверен, что вопросы о коррупции в этой сфере снимутся после централизации функций по закупкам и переводом их на цифровые платформы. В республике такая работа уже началась. Открытость, прозрачность и эффективность никто не отменял. Мы со своей стороны с вами будем и дальше работать над тем, чтобы максимально делать прозрачным и открытым деятельность органов исполнительной власти. Для этого в этом году достаточно много процессов запущено. То есть это и централизация функций, и выработка единых стандартов деятельности, максимальные прозрачные государственные закупки, где больше всего происходит, как бы, есть поле для коррупционных деяний и так далее, и так далее. Еще одна важная составляющая работы – создание в обществе атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции. Ведь в ней участвуют две стороны – дающая и принимающая. И закон нарушают обе.